План по возвращению молдавских трудовых мигрантов на родину представила Виолетта Иванов, кандидат в президенты от партии Шора. Она обещает им пособие, бесплатную медицинскую страховку и компенсацию затрат на аренду жилья. Единовременное пособие по возвращению на родину в размере 3 гарантированных минимальных зарплат в реальном секторе. Ежемесячные выплаты для тех, кто не может устроиться на работу. Налоговые и таможенные льготы, как, например, освобождение от подоходного налога. Виолетта Иванов подчеркнула, что подобная программа несколько лет действует в Аргееве. Вернувшиеся получили пособие в 500 евро. Таким образом, в Аргееве нам удалось вернуть на родину несколько сотен семей. Это немного, но представьте, как все изменится в Молдове, если в каждый населенный пункт вернутся по несколько сотен человек. Виолетта Иванов отметила, что несколько лет назад по инициативе Илона Шора в Италии открылся Центр представительства и поддержки соотечественников из Европы. Он предлагает помощь гражданам Молдовы, работающим за рубежом. Виолетта Иванов в избирательном бюллетене будет под 5-м номером.